вечер. Я пытаюсь что-то сформулировать в голове по поводу того, как озвучить это видео, но ничего не получается. На одной стороне видео, как я приседаю, отжимаюсь, подтягиваюсь, а на другой стороне видео это как бы... Я взяла в руки видеокамеру и начала записывать дорогу, по которой я иду. С одной стороны там песок, идет ремонт, под ногами такой себе тротуарчик, не очень отремонтированный. В общем, можно о чем-то порассуждать, но о чем неизвестно. В принципе, надо качать пресс каждый день, записывать это видео, чтобы была какая-то мотивация, какое-то желание что-то делать. Можно рассказать содержание книги «Роза мира» или Эриха Фрома «Бегство свободы» или что-то еще. Но я как бы не знаю, что здесь можно рассказать в этом видео. Нужно приседать по 20 раз, отжиматься от пола по 15-20 раз. Тогда, возможно, будет какой-то результат. Цель этого видео, цель этих серии, этих видео в том, чтобы приучить себя заниматься спортом. Чтобы это вошло в привычку хоть как-то. Ладно, пока я качаю пресс, потому что пресс я не знаю, что говорить. Я о спортивном питании, я не знаю, что говорить. Я могу рассказать что-нибудь о книге, которую я считаю самой хорошей. Например, книга Франкла «В поисках смысла». Я всю свою жизнь ищу смысл в жизни, в чем он заключается. Поэтому эта книга, думаю, самая-самая хорошая. Опять-таки, это психолог, который провел много времени в концлагере, когда он изучал, как человек держится за жизнь, что в смысл вкладывает и все такое. То есть эта книжка, она лучше, чем «Роза мира», чем «Бегство от свободы», чем любая другая книга, что Фрейда, что Юнга, что кого угодно. Вообще психология — это мое развлечение на досуге. Я читаю книжки для того, чтобы опять-таки найти смысл в жизни. Потому что без смысла в жизни грустно. А согласно Франклу и в его книге «В поисках смысла», смысл заключается в том, что человек сам определяет, что является его смыслом. И чем сильнее человек умеет это определить, более четко для себя, тем больше он в жизни достигает. Поэтому мотивация в жизни очень важна. Многие книги психологов, которые были написаны в концлагере, когда считаешь, создается впечатление, будто этих людей не сильно мучили, чтобы они написали свою книгу и показали ее будущим поколениям. То есть как будто бы этим людям помогали издать эту книгу, хотя вроде как их рукописи уничтожали, и над ними тоже как бы издевались и все остальное, но, как сказать, со стороны кажется, будто бы эти люди должны были что-то оставить потомкам, поэтому они все равно, им кто-то, какие-то силы свыше помогали напечатать эту книгу, чтобы для будущего осталось аналитическое мнение этих людей, этих психологов, которые их взгляд и ощущения изнутри концлагеря. И это, в принципе, очень такие интересные мысли в этих книгах. И если люди в концлагере нашли мотивацию, чтобы жить, то, думаю, в обычной жизни тоже можно найти мотивацию, чтобы качать пресс, чтобы добиваться каких-то поставленных целей, чтобы похудеть или хорошо выглядеть. А согласно Франклу, в его книге написано, что в концлагере выжили только те, кто имел этот смысл в своей жизни, кто знал, ради чего живет, для чего живет, кто верил, что когда-нибудь все эти мучения прекратятся. Поэтому человек, который имеет цель в жизни, он всегда оказывается более стойким оловянным солдатиком. Многие книги, думаю, главное найти цель для собственной жизни. И в своей жизни нужно иметь свою собственную цель. Возможно, когда-нибудь я дочитаюсь до нужной кондиции и найду цель для своей жизни. Пока что цель моей жизни в том, чтобы найти эту цель и этот смысл в жизни.
Но иногда у меня это не очень хорошо. А вообще-то озвучка и правда получается не спортивная. Нужно рассказывать, сколько нужно делать приседаний, с какой скоростью, с какой ритмичностью. А я на заднем фоне практически описываю пересказ психологической литературы о концлагере. Ну, может, у меня такая каша в голове, поэтому я как бы так и живу, слегка с ненакачанным пузиком. А вообще-то озвучка... Ну, как говорит моя подруга, это практически брейк-данс под Чайковского, без обработки. То есть, как бы, эта музыка Чайковского такая себе классическая, и тут брейк-данс. В общем, на фоне того, как ты качаешь пресс, не нужно озвучивать содержание. Психолога побывавших в концлагере.